Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Вот мы продолжаем сюжеты с нашего турне по югу России. Мы сделали небольшую остановку по дороге в Таганрог. Это остановка село Слобода, недалеко от Воронежа. И мы находимся на одном из самых старинных конных заводов, созданных графом Орловым. И вот мы сейчас идем с нашим экскурсоводом Ольгой, которая рассказывает нам об этом заводе конном. Она здесь работает ветеринаром. И мы сейчас вот будем кататься на лошадях. В предыдущем видео у нас была встреча, мы беседовали с... Ну, вы увидите ссылку, там тоже видео, где мы беседовали вечером вообще о лошадях, как разводятся и так далее, что такое вообще, как говорится, коневодство. Вот, сейчас я сниму вокруг все. Этот конный завод построен, вот как нам сказали, сейчас точно дату не помню, но кажется, в 1776 году. И здесь была выведена одна из самых известных в России пород лошадей, называется Орловские. Там есть, ну, немножко длиннее название, но вот она Орловская. Вот, можете посмотреть, там едут. Видите, наездники. Вот они, орловские скакуны. Вот, а вот там под зеленой крышей, вот оно там, видите, сзади, точнее, спереди вон. Это единственное в России училище по именно подготовке вот таких вот наездников и тренеров. Вот таких вот, кто тренирует вот так лошадей. Вот. Здесь училище, и здесь обучаются люди со всей России. Но, как я спросил, конечно же, ситуация не совсем такая хорошая в плане, как говорят, хорошая, как понять, не совсем хорошая, потому что я спросил, а какой там, наверное, набор сложный, трудно попасть. Сказали, что попасть легко, потому что никто не хочет этим делом заниматься. И сюда в основном отправляют детей из таких как-то там трудных семей и что-то такое. В общем, не знаю, точно информацией не владею, но вот так вот. Ну, дальше сейчас будем еще продолжать снимать и покажем вам, что внутри, а потом прокатимся еще на лошадях.